Надія, вітаю тебе в нашій студії. У тебе досить незвичайна історія. Ти сама родом з Узбекистану, мешкала в Україні. В 2014 році тебе застала там війна. Ти якби стала біженкою, довелося виїжджати, і потім ти виїхала до Польщі. От розкажи про себе. Да, в 2002 году я вышла замуж, переехала в Украину, в город Іловайськ. В 2014 году началась война, и когда начались выстрелы в Донецке, то я с детьми выехала в Днепропетровскую область. И хорошо, что выехала, то есть спасла своих деточек от такого ужасного. Там начались боевые действия, что были прилеты и так далее. То есть Іловайський котел, я думаю, многие о нем помнят. Всі хіба знають. Да, и слава Богу, что мы выехали. Жила в Днепропетровске с детками, сама, так как с бывшим мужем у нас уже на тот момент были разногласия, и мы как бы разошлись. И война так получилась, что окончательно поставила точку над этим. И я с детками жила сама в Днепропетровской области, в городе Никополе. Мы снимали там квартиру, работала. И старшему сыну на тот момент Вадиму было 10, младшему был годик. Ну и потом в итоге мы все прекрасно понимаем, как тяжело в Украине самой воспитывать детей, да, что сложно тянуть финансово. В 2006 году мои родители переехали в Днепропетровскую область, и поэтому в 2019 я попросила свою маму, она была с внуками, я выехала в Польшу на заработки. Поначалу работала на заводе, на автозаводе, потом подсобирала денег и забрала своих деток сюда. В 2021 году в сентябре я вывезла детей, устроилась в салон красоты в Ополе и начали жить в Польше. Как оказалось, что второй раз спасла детей от военных действий, так как в феврале 2022 началась масштабная война. Я знаю, що вже тут у Польщі тебе спіткала дуже важка хвороба. Як ти зараз почуваєшся? Я знаю, що ти ще борешся з нею. Якщо можна, що це за хвороба? Да, конечно. Да, к сожалению, как бы казалось, что все наладилось, и тут намного легче, да, как бы ставить детей на ноги, образование, питание и тому подобное. Но, к несчастью, заболела раком. Рак перши, гормонозалежный, то есть HER2K67, это такой диагноз. Да, в этот момент начался ад, я прошла красные химии, белые химии, все это было, конечно же, тяжело и для меня, и для моих близких, то есть для деточек и для моего мужчины, который уже 4 года мы с ним разом. Сложный момент, проходила химии, проходила потом ампутация была у меня в груди, то есть операционные моменты, удаление лимфоузлов. На данный момент прохожу реабилитацию и продолжается гормоно-иммунотерапия, а также делают герцептин. Это тоже такой химический состав для того, чтобы не было рецидива. Ну, я знаю, что ты не только находишь в себе силы боротися з хворобою, далі працювати. Ти ще й допомагаєш іншим іноземкам, таким як ти, дівчинам, також боротися з подібними захворюваннями. От розкажи трошки. І також я знаю, що була і для тебе підтримка із боку поляків, так? Що ти знайшла це товариство, яке тебе підтримало в певний момент. Да. К сожалению, когда это все произошло, у меня есть моя хорошая знакомая Алтуфіо Александра. Я позвонила ей и поделилась своей проблемой. На тот момент Саша предложила мне познакомиться с человеком. Это Бася. Великолепный человек, добрый, отзывчивый. Она реально была мотиватором того, чтобы бороться. И моей, ну, как они говорят, помощницей в этой тяжелой болезни. И как бы благодаря Басе она рассказывала мне, как бороться с этой болезнью, как проходить легче химиотерапию и побочки, те, которые мы, к сожалению, пережили. И помогала и морально, в том числе, потому что Бася, к сожалению, тоже имеет такую болезнь,
рак груди, так же, как и Александра и я. Набася входит в такую организацию, как «Амазонки». Это такая группа здесь женщин, которые прожили вот такое горе, либо же проживают на данный момент. И это такое суспільство, где люди помогают, рассказывают, как бороться, как себя держать в таких ситуациях, и чтобы не падать духом. И вот Бася как раз была тем самым человеком, который меня мотивировала бороться. Конечно, что в первую очередь это мои дети. Это самая главная мотивация, чтобы не оставить деточек на этом свете самих, так как у них кроме меня никого нету, если так взять в целом. Я смотрела на Басю, человек, который 3 года борется с такой болезнью и так достойно держится. Она активна, эмоционально, помогает другим, она постоянно в движении. Надо продолжать жить. Надо продолжать двигаться дальше. То есть не лежать и вот неплохо, и наоборот, встала, начинаешь движение элементарно там, по дому, уделить внимание детям, работать. На данный момент я уже вышла, вернулась в салон. Это же праця на ногах. Да. Знаходишь в себе силы? Ну, скажу так, физически, конечно, это ощутимо. И после ампутации и удаления лимф, конечно же, и рука еще не до конца функциональна, тем более я праворенка, да? Ну, то есть сложно. Но я очень люблю свою работу. Редко бывает у людей та работа, которая помимо того, что приносит тебе доход, еще и приносит тебе удовольствие. В моем случае это так. И поэтому я с удовольствием хожу на работу. У меня хороший коллектив, мы дружны с девочками, то есть у меня нет так стресса на работе. У меня единственное это физически, что рука опухает, там какие-то такие нюансы, они присутствуют. Но я хожу на реабилитацию, которая помогает восстанавливаться. Что хотела по поводу того, что помогаю, да, рассказать, то, что я просто на тот момент поняла, насколько это важно, когда рядом есть люди. Это мои детки, это мой сын Вадим, которому на данный момент 20 лет. Он меня поддерживает не только морально, физически, но и финансово, потому что он работает, учится и как бы моя опора, скажем так. Мой мужчина, с которым я 4 года, его зовут Геронти, тоже я ему очень благодарна, что он в этот период был рядом, поддерживал и послеоперационный, потому что там и поменять патрунки, да, и обработать швы и так далее. Не совсем удобно самой это делать. Ну, малыш, то понятно, это мое чудо, это мое солнце. Без этого никак. И плакали, и смеялись, все это было. Ну и, конечно же, Бася. Это человек, который ездил со мной на химии, который присутствовал там, когда была потеря волос, ресниц и так далее. Это тоже очень травматично для женщины. Для женщинки, так. Да. А Бася, она мне как бы мотивировала на то, что ты и так прекрасна. Посмотри, у них различные, кстати, у амазонок, что очень важно, у них различные такие мероприятия для женщин онкологии, кто болеет. Им делают макияжи, им придумывают образы, они устраивают фотосессии. Это тоже поднимает дух женщинам, что очень важно, когда женщина чувствует себя желанной. Несмотря на то, что она без волос, да, как бы теряется цвет кожи и так далее. Ну, скажем честно, выглядим мы на тот момент далеко не очень. Мой совет такой для онкобольных женщин и мужчин, неважно, любого заболевания, да, тех, кто, к сожалению, переносит эту болезнь, то главное не сдаваться. Верить в то, что победит, и онкология – это не приговор. Я стараюсь не зацикливаться на этом. Жизнь продолжается. И, к сожалению, мы, женщины, за бытовых моментов, мы забываем о том, что нужно следить за своим здоровьем. И радоваться каждой минуты своей жизни. Радоваться своим деткам. Радоваться своему любимому человеку. Элементарно, на уличке. Радоваться солнышку, птичке, не знаю, растения на траве. Раньше я этого всего не замечала. К сожалению, мы, наверное, многие
после того, когда стоим на краю вот этой вот грани ниточки между жизнью и смертью, мы совсем по-другому смотрим на этот мир. Починаем оценивать, так? Да, оно как бы больше начинаешь ценить то, что у тебя есть, потому что ты уже понимал, что ты мог это потерять. Ти почала про ці зустрічі, які організовують амазонки, там крила допомоги, в які ти також залучаєшся. Розкажи, я знаю, нещодавно була така зустріч профілактична, де ділились досвідом, де розповідали, як можна себе самостійно обстежити, куди звертатися, якщо якась проблема. От трошки розкажи про цю зустріч. Да, на самом деле это очень важно. Это очень важно вовремя найти причину болезни, неважно какую. В той же груди была встреча, так основана, что были макеты, были, мы показывали, как надо правильно проверить свою грудь. Можно в домашних условиях, то есть мы распечатывали там бумажки, чтобы девочки могли это дома повторить. И если вдруг что-то нащупали, да, что-то обнаружили, мы рассказывали, куда обратиться, какие-то специалисты, поочередность, начиная от семейного и дальше, то есть там гинеколог, какое обследование, потом онколог, маммография, ну то есть все такие нюансы, казалось бы, не очень важно, на самом деле это очень важно. И после такой встречи получилось так, что двух девочек я лично сама водила в онкоцентр, записывали на прием для того, чтобы, ну, как бы надеемся на то, что это не онкология, но даже любые заболевания такие... То есть проблема была, да, так знаете? Да, да. Маститы и так далее, то их тоже лучше фибромы на ранних стадиях обнаружить, для того, чтобы это не переросло в какое-то злокачественное. Планируем в дальнейшем тоже, потому что, к сожалению, не все могли прийти. Помогаем, скажу так, потому что сами это прожили и понимаем, насколько это важно, и мы пытаемся это донести до женщин, не только украиночек, до всех, что надо вовремя обследоваться, обращаться к специалисту хотя бы раз в год, к тому же гинекологу, чтобы сделать УЗИ. Гинекологическое, УЗИ груди, какие-то определенные гормональные анализы. Порада від тебе. Зрозуміло, що зараз багато жінок-українок, які виїхали, так, стреси також здоров'я не додають. 100%. Якісь хвороби можуть тут вже виникати. От де шукати ту підтримку і де шукати ту допомогу? Як діяти, якщо щось там підозрюєш, якщо маєш якесь захворювання? Ну, скажу так, в первую очередь, конечно же, это специалисты, да, в первую, ну, допустим, если человек чувствует, что он себя чувствует неважно, нужно найти причину этого. Это первое, это семейный лекарь, да, то есть родинный тут, и приходишь к нему на прием и рассказываешь ситуацию, и потом дальше он тебя скирует до специалиста. Есть, что касается именно онкологии, то я сейчас кратко попытаюсь рассказать, как происходило у меня. Я обнаружила ее на маленькой стадии, то есть она была маленькая, я ее нащупала, обратилась к мамологу, но, к сожалению, на тот момент не смогли они мне поставить диагноз. И в итоге все это уже, она начала расти и доросла до таких объемов, что уже пришлось сделать химиотерапию, а потом только ампутацию, потому что было опасно ее трогать. И опять-таки, это моя вина. Вот сейчас хочу, чтобы женщины меня услышали, да, то есть вина в том, что я находила кучу оправданий. У меня клиенты, у меня работа, у меня дети. И растянула этот момент. Я вроде ходила до специалистов, и меня это тревожило, но я не придала так значения, что это прям уже критично, да, до тех пор, пока я не стала терять сознание, ужасное головокружение, тошнота и так далее. Вот чтобы до этого не доводить, нужно это все вовремя, на ранней стадии. Девочки-украиночки, которые имеют УКР, ПЕСЛЬ, они все имеют страховку, по которой они имеют право ходить до специалистов, обследоваться, лечиться, сдавать анализы и так далее, да?
В онкологический центр, если вдруг так произошло, что вам сказали, что у вас злокачественное, приходить в регистратуру на Катовицкой больнице. Там есть специальный отдел, называется он отдел рака перши. И подходите туда и регистрируетесь именно к онкологу. И уже онколог на месте там керует вас до мамолога, до гинеколога, вплоть до того, что даже кардиологов назначают они и так далее. Полное обследование для уточнения диагноза. Потом происходит біопсія, аналізи, генетичні і так далі. Дуже дякую тобі за інформацію. Я думаю, це буде дуже важливо для не тільки для українок, для іноземок, для польок, які тут мешкають. Бо насправді ми так в нашому щоденному житті там десь забули, десь не зробили, а може саме пройде і так далі. Це правда. Я вам теж іскренне благодарна за те, що ви мене пригласили. Сьогодні прийшла к вам исключительно з целью достучатися до наших жіночок для того, щоб вони вовремя обследовались, уділяли внимание себе, тому що ми всі прекрасно знаємо, що жінка не тільки хранительниця очага, но і здоров'я всієї сім'ї.